Всем привет, дорогие зрители! Лэн, территория Империя 2. И я рад вас приветствовать на Ростех-арене, где прямо сейчас состоится матч 16-го тура Мир Российской Лиги 2023-2024 Балтика-Спартак. Спартак преследует Зенит и Крылья Советов. Но Балтика, смотри, что делает Пряхин. Уже на 4-й минуте открыл счет. Забыли его. Полностью забыли центр штрафной. Великолепный наезд Роберта Фернандеса и удар. Без шанса для Селихова. Литвинов. Ошибается Литвинов. Энрикес. Пряхин. Галоян. Снова Пряхин. Сейчас недавно Пряхин забивал Краснодару и Зениту. Сейчас он забил еще и Спартаку. Бабич. Усевич. Бросил Роберт Фернандес в свою зону. Но Иван Стуич подстраховал. Не сказать пока, что преимущество Балтики не по делу. Дудиев. Игнатов. Казаев. Пряхин. Неплохо. Лазарев. Но там Литвинов. Тоже молодой, тоже дерзкий. Рябчук. Мартинс. Добрал все-таки мяч у Дудиева и вынудил Галаяна сфалить на желтую карточку. Балтике очень нужна победа сегодня. Она борется за выживание. Даже ничья будет за счастье. Мартинс. Скользнул с Радманова с передачи. Просто коснило же с Балтиком. Энрикес. Разворачивается атака по флангу. Галоян. Пряхин. Это был заход на 2-0. Товарыш. Реальность Товарыш, конечно, не сыграет. Все еще травмирован. Промес. Я здесь долетел до Латушонка с Дутом. Бабич. Больше Спартак владеет мячом. Прибрал он инициативу к своим рукам. Мартинс. 43-я минута. Теперь уже Спартак ищет навес и... Все-таки отбилась Балтика. Живущая Балтика. Дудиев. В сторону Пряхина сделал пас. Пряхин желтого получает. Сзади. Сбил. Еще одна атака Спартака. Хусевич. Промес на подборе. Сам уже ушел с мячом за лицевую. Первый тайм сезона выиграл Балтика. Благодаря раннему голу Сергея Пряхина. Это был единственный удар в створ ворот и в сторону ворот Спартака. Благодаря этому удару Балтика ведет счет. Бабич. Товарыш. Да вот что значит быстрый гол. Промес. Ух ты! Что творит Латушонок? Просто аплодисменты срывает. У Хусевича и Игнатова было сразу два шанса, чтобы сравнять. Оба раза спас вратарь. Галоян.
Лазарев. Смотрите, сзади. Грубо на желтую. Замена будет у Балтики. Выйдет Кристиан Бисрович. Гедон Гузина и Тамерлан Мусаев. Полностью меняет Сергей Ивнашевич центр нападения и центр поля. Соболев. Ошибается Бисрович сразу же, но подхватывают другие. Казаев, Мусаев. Но уже не прорваться. Хотя Бисрович... Ух ты! И удар даже, и не уверен Селихов. Еще раз смотрим, как Бисрович на подборе отвоевал мяч. И пробил. Должен был фиксировать, конечно, Селихов. Ой-ой-ой. 2-0. Селихов, мистер Приос. На ровном месте подарил мяч Гедеону Гузине. На ровном месте абсолютно. 2-0, Балтик. Абсолютно ничего не предвещал. Рядовой удар Бистрович, который должен был брать Селихов намертво. И вынос, который должен был делаться верхом. Но Латышонок поймал кураж. Просто кураж поймал Латышонок. Мусаев, Тамерлан, бежит. Ух ты! Ух! Да, ну вдохновение. Вдохновение снизошло на Балтику. Вот что делают животворящие обрезы. Ну, поражение сегодня автоматически вычеркивает Спартак в чемпионской гонке. Такой Зенит 4 очка отрыва не упустит. Мусаев. Гузина почти сделал 3-0. Селихов на этот раз рукой решил вести мяч. Что ж, наверняка не привести. Балтика все равно ломится вперед. Вот что бывает, когда попускаешь быстро гол, в начале матча не забиваешь в ответ и приводишь на ровном месте второй. Тоже даже так играет Балтика. Жонглирует мячом. 89-я минута. Мусаев. Ломится вперед Тамерлан. Словно бы хочет постичь славу завоевателя легендарного Тимура Тамерлана. Впрочем, Балтик и так постигнет славу завоевателя. Завоевателя Спартака. 2-0. При равенстве ударов в створ, при преимуществе по владению, по ударам в принципе в пользу Спартака, Калининградская Балтика одерживает победу и отцепляет Спартака от Зенита.